Всем привет, это Матвей. Да, как видите, я начал вести свой канал, как ни странно, по Фортнайту. Блин, это первое видео. Конечно, понимаю, оно будет не супер качественное, но что могу пока сказать, это только начало, так что... Что обязательно поддержите меня сейчас, чтобы в дальнейшем выходил более качественный контент. И несмотря на то, что я только что начал свой канал, у меня уже есть тег автора, Мотивкар. Вводите его, присылайте мне в мой инстаграм, и тоже Мотивкар называется, скрины покупок, чтобы я в дальнейшем мог помещать их в свои видео. Если этот канал по Фортнайту зайдет вам отлично, то я продолжу также снимать, все более интересно и круто, вот. Так, ну чё, в общем... Сейчас микрофон, блин, поправлю. Ну с чего мы обычно начинаем нашу игру? Конечно же, с разминки. Так что ставим творку. Что там? Лайфхак. Если вы одиноки и у вас нет друзей, чтобы поиграть в кастомки всякие, то заполняете творку. И с вероятностью там, не знаю, 70% вы точно найдете сервак. Там по Zenwars или Boxfight, короче, вот. Био Zenwars Trio. Вот что нам надо. Три человека, ну да, неважно, еще присоединяться в ходе игры. Ну что, сейчас мы, короче, всех тут понагинаем, естественно. Если там не будет какой-нибудь Летвик играть. О, с лутом нам повезло. Миниган, банки. Нет, мы выжили максимум, теперь-то максимум. Все, так, теперь пойдемте на охоту. Попугаем его. Он хочет снайперскую дель. Сорян, на снайперку я не взял. Я взял миниган. Я так с миниганом все боеприпасы на ПП. Кто у меня сзади? Как так-то? Блин, всю броню снес. Мы восстановили щит до 100. Давайте посмотрим, кто же это был. Чё, давайте от баксов играть будем. Давай, только полезь ко мне, я тебя урою. Это лучшая тактика, играть от баксов. Так, в общем, я понимаю, что нам пора валить. Опа! Ну да, спасибо, что затимились. Блин, ну то лаки, пацан, ну лаки. Сейчас надо записать более-менее удачную катку. О, отлично, я один. Так, ну вроде норм. Так, давайте. Ему надо снять какую-то хп. Держим всех на расстоянии. Строим гигантский форт. Так, все рушим, сейчас все упадет. Сколько у вас там? О да. А, у меня есть маленький. О, найс, мы выиграли. Жаль, что потанцевать не могу. Да. Ну что ж, неплохо. We'll be right back.